всім, це «Фітнес відкритим» та «Хеллоу Боді». Чудова погода на дворі, і ми з задоволенням вийшли на вулицю, аби зробити декілька вправ для тих людей, які вже засиділись вдома. У в офісі, можливо, а можливо, ви просто лінуєтесь вийти на вулицю, тож не робіть цього, виходьте разом з нами. Я вам з задоволенням представляю нашу гостю, нашу головну учасницю сьогоднішньої програми. Це Майя Стюпан, вона срібна чемпіонка України з пул-спорту. Маєчка, рада бачити вас сьогодні. І я так думаю, що ті вправи, які ви запропонуєте, вони допоможуть усім, хто більше часу проводить вдома, аніж хотілося б. Данная разминка или комплекс упражнений рассчитан именно на тех людей, которые очень много сидят, ведут малоподвижный образ жизни, и мы будем много работать над спиной, будет немножечко силовых упражнений, немножечко растяжки, но работать мы будем только собственным весом, поэтому ничего сложного или такого, что не может повторить обычный обыватель, мы делать не будем. В общем, предлагаю выполнить этот комплекс вместе с нами. І з гарним настроєм обов'язково, тож да. Підключаємо все це і робимо вправи. Предлагаю начать з голови і шеї. І делаем наклони. Раз, два, три, чотири. І в сторону. Раз, два, три, чотири. Теперь три круга вправо. Раз, два, три. И три хороших полных круга влево. Раз, два, три. Теперь фиксируем плечи, фиксируем корпус. И двигается у нас только шея. Мы как будто бы едем по ровной поверхности, вперед и назад. Хорошо. И то же самое делаем в сторону. Тянем шею. Не спешим, аккуратно. Стараемся, чтобы у нас при этом не ездили плечи. Угу. Хорошо. Самая главная ошибка здесь – это когда у человека начинают гулять плечи. Мы стараемся ее избежать для того, чтобы максимально потянуть мышцы шеи. Следующее упражнение, которое мы будем делать – это как раз-таки мы расслабляем плечи. В самый вот последний момент, когда мы опускаем их, мы полностью расслабляем мышцу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. И теперь вперед и назад. Вперед и назад. Отлично. Далее мы скручиваем корпус. При этом у нас остается низ полностью фас. А корпус мы скручиваем максимально в профиль. Отлично, хорошо. Дальше. Мы разминаем локти, и чтобы было интереснее, мы делаем это вот таким вот способом. Заодно работаем над синхронностью движений. Это напоминает какой-то танец. И самое сложное здесь, это опять-таки сделать так, чтобы наши руки были параллельно полу, чтобы они не гуляли, то есть наша задача не грести, а у нас четко вот линия рук должна оставаться
неизменно параллельной полу. И вот выполняем такие вот полутанцевальные движения. Хорошо. Теперь разминаем пальчики. Сжали кулачок, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. Сжали, разжали. И сжали, и разжали. Теперь берем на себя, тянем пальцы. От себя. И точно так же другая рука. На себя. И от себя. Замечательно. Теперь наклоны. Ставим руки в боки. И опять же следим, чтобы у нас не гуляли бедра. Неправильно делать вот так вот. Бедра должны оставаться посередине. Наклоняется только корпус. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Замечательно. И то же самое вперед-назад. Стараемся спину держать ровно и смотрим четко перед собой, не в пол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Теперь вот вы упираетесь в бок, выдвигаете таз вперед и максимально прогибаетесь. И стоим, тянем спину. Опять же, если вам так некомфортно, найдите, возьмитесь за что-нибудь. И стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднимаемся и чуть-чуть округляем спину, чтобы она отдохнула. Дальше мы будем повторять то же самое, но одна рука у нас будет на поясе, а другая над головой, как у балерины. И поехали. Давайте начнем. Да, в принципе, с любой руки. Я начну с левой. Ну, а я тогда синхронно с правой. Замечательно. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Поднимаемся, округляем немного спину и меняем руки. И то же самое делаем с другой рукой. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И поднимаемся. Снова. Немножечко даем спине прийти в себя. Расправляем плечи. Наслаждаемся прекрасным днем, замечательной погодой. И возвращаемся к своей повседневной рутине с отдохнувшей спинкой, плечиками и шеей. Ну, я вам скажу, Маечка, що якщо ми будемо робити завжди такі вправи, то наша спина, вона не просто буде витримувати навантаження, а вона буде рівною. І рівною завжди. Ми сьогодні зробили усе для того, щоб ходити рівненько, ходити з високо піднятою головою, посміхатися і бути задоволеними життя. Дуже дякую вам, що сьогодні допомогли усім нам відчути справжність, справжність життя. Я так сподіваюся, що ви робили ці вправи разом з нами. Тож зустрінемось наступного разу. Па-па!